В кинотеатре «Искра» состоялось просветительское образовательное мероприятие «Недетский форум», организованное сообществом «Нежный бизнес» и компанией «Ивенткорп». Проект направлен на развитие молодежного движения и привлечение его к предпринимательской, волонтерской и творческой деятельности. Цель форума – соединить опыт успешных предпринимателей, наставников, значимых людей Ленинского городского округа. И, конечно же, нашу молодежь, которая сегодня многочисленна, она пришла сюда проявляться. Целевая аудитория у нас 14-21 год. Это, соответственно, тот возраст, когда дети уже могут иметь юридический статус и стать, допустим, самозанятыми, далее ИП и, конечно же, возраститься до ООО. В рамках форума прошли выставки, презентации образовательных и спортивных учреждений округа, а также творческая благотворительная ярмарка. Средства от продажи изделий ручной работы пойдут на лечение маленькой видновчанки Лизы Забайкиной. Это роспись по стеклу, бисер, это шили девочки игрушки своими руками, вот игольницы, например. На сцене выступали спикеры с тематическими лекциями о предпринимательстве. На своих примерах они рассказывали ребятам, как можно создать успешную бизнес-модель и развивать ее в будущем. Как минимум, это может замотивировать остальных детей заниматься чем-то похожим. Потому что на данный момент у нас с 14 лет можно оформить самозанятость и также уже заниматься полезным делом, пополняя семейный бюджет. Волонтерство – одно из важных направлений деятельности среди молодежи. Активные ребята проявляют себя в организации мероприятий, помощи фронту, заботе о пожилых людях. Работа с подрастающим поколением ведется в округе уже давно и спустя годы приносит свои плоды. Очень приятно было это все вот сейчас прослушать, посмотреть, как дети с какими глазами, как искренне, сколько у них вот. Они понимают, что они занимаются нужным делом. И, конечно, мы их поддержим и всегда поддержим. Школьники и студенты, принявшие участие в недетском форуме, отметили важность подобных проектов и делились впечатлениями от увиденного и услышанного. Сегодня я пришла на это мероприятие, чтобы побольше узнать о волонтерской деятельности, потому что в наше время это очень важно, как я считаю. Вот. И мероприятие очень важно для подростков. Организаторы форума планируют провести аналогичные мероприятия в других муниципалитетах Московской области. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.